Не двигайтесь, вот так не двигайтесь. Джотто, Мадонна, Авизанти. Потрясающе. Не поворачивайтесь, ради бога, не поворачивайтесь. Я боюсь, что только этот ракурс наделен таким совершеннейшим сходством, или все пропадет. Этот образ, рисунок, субстанция души, идея. У меня есть великолепная репродукция с этой картины Джотто. Тут недалеко. Вы сами не знаете об этом, даже не догадываетесь. Ваш стиль не всем понятен, не популярен. Он не доходит. И я, знаете, не удивлюсь, если у вас сложности с поклонниками. Чтобы вы нравились, нужно быть человеком вкуса. Немножечко, знаете, французом. Вы не для толпы. Вы не для них. Им смазливых подавай. Они не понимают. Вы не ширпотреб. Вы инт-пошив. Не правда ли? Моцарт — это вдох, а Бетховен — выдох. Это действие, сила. Это нежность хищника. Варвар, не стыдящийся своих слез. Это, если хотите, улыбка Ивана Грозного. Не правда ли это не до? Это после. Спасибо. Все. Считайте, что это произошло. Спасибо. Как считаете? Ну, вообразите, что все уже случилось. Было и... То есть, как вообразите? Вы издеваетесь? Не настаивайте, иначе я сообщу о вашем поведении Нине. Какой Нине? Той, которая звонила вам сегодня. Что вы голову морочите? Не звонила мне никакая Нина. Не кричите! Не шумите нам сейчас! Плащ! Подождите! Подождите!